Хабаровске завершился дальневосточный медиафорум, который собрал свыше 1000 журналистов и блогеров. Если будущее у традиционных СМИ, тренды новых медиа, их развитие, а также будущее коммуникационной сферы. Эти темы стали главным в работе форума. Площадки форума посетила и наша съемочная группа. Репортаж Сусанны Рожиной. Дальний Восток – приоритет на весь 21 век. Это стало генеральной темой дальневосточного медиафорума, который прошел в Хабаровске. Вопросы развития регионов, городов Дальнего Востока, вопросы подачи информации обсуждались экспертами и журналистами в течение 2 дней работы форума. Есть ли будущее у традиционных медиа или в скором времени медиакейсы будут формировать боты? Каким будет будущее СМИ в цифровом обществе? Этот вопрос волновал многих участников форума. Очень приятно, что большое медиасообщество Дальнего Востока приехало к нам в Хабаровск. Более 800 человек приняли участие в медиафоруме. Это действительно очень большая сила, и нам очень приятно, что сюда приехали люди, очень много молодых людей. Это значит, что наша профессия журналистики, она омолаживается, это очень приятно. В ходе панельных сессий эксперты обсуждали формы подачи информации, точки роста и взаимодействия СМИ и смежных отраслей. Как продвигать контент в социальных сетях, что интересно пользователям YouTube, как провести информационную войну. Эти темы были ключевыми на форуме. Все спикеры, которые так или иначе выступали на разных площадках, говорили основную глобальную мысль, что СМИ во всех средах остается, конечно же, на сегодняшний день актуальным, реальным, только нужно и развивать на разных площадках. Успешные практики продаж контента регионального телевидения, как оставаться в тренде, какие новости хотят федеральные СМИ из регионов, обсуждали эксперты. Сусанна Рожина, Стас Михайлов, Хабаровск.